Александр Караваев – фотохудожник, член Общероссийской общественной организации «Офицеры России». Занимается фотографией полвека, но, несмотря на солидный стаж работы, так широко он никогда не выставлялся. Выставляли мои фотоснимки только после паломнических поездок. Это Русская православная церковь. То есть это Греция, это Израиль, это Сербия, Черногория. Фотовыставка «60 мгновений жизни» прошла в рамках федерального проекта «Культура малой родины». В ней приняли участие и сторонники партии «Единая Россия». Мы с этим человеком знакомы уже давно, с его работами, с ним как с офицером России. То есть человек очень активный, любящий нашу родину, любящий наш край. Среди посетителей выставки депутаты и члены Одинцовской общественной палаты, представители клуба «Ветеран», организации «Офицеры России», «Союз инвалидов Чернобыль» и «Дети войны». Очень интересный человек Александр Караваев, прошедший большой жизненный путь. Он нам сегодня дал возможность ознакомиться с выставкой своих фоторабот. Фотоработы очень интересные, на них запечатлены самые различные, я смотрю, ситуации. Очень много здесь церквей, очень много памятников культуры России, природы России. Приглашенные познакомились с творчеством Александра Караваева и, пользуясь случаем, поздравили виновника торжества с юбилеем, пожелав ему здоровья, вдохновения, процветания и как можно больше удачных кадров. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».